Еще одно решение компании Thermalright с несколько пафосным названием Macho изначально было представлено в модельном ряду как радиатор для пассивного охлаждения с маркировкой HA02, а теперь обзавелось 140-мм вентилятором в комплекте, отчего кулер сразу стал Macho. Ввиду изначальной направленности на работу без вентилятора, радиатор обладает монструозными размерами и внушительным весом. Опять же, следствием направленности на естественную конвекцию воздуха является и значительное расстояние между рассеивающими тепло пластинами. Ради того же улучшения конвекции, пластины имеют по нескольку рядов проштампованных усиков. Основание Macho – комбинация медной и алюминиевой пластин, между которыми в пазах располагаются медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Тепловой контакт улучшен за счет щедрой порции припоя. Контактирующая с крышкой процессора подошва была подвержена шлифовке, после чего покрыта слоем никеля, который практически полностью скрыл следы бороздок от шлифовального круга. Трубки в данном случае решили ничем не покрывать, поэтому своим золотистым цветом они подчеркивают благородность использованного металла. Радиатор Thermalright HA02 Macho обдувается той же моделью вентилятора, что и предыдущий Thermalright Archon. Его маркировка TA-TY-140. Вполне естественно, что пропеллер обладает абсолютно теми же характеристиками. Типоразмер 140 мм, развитая форма лопастей крыльчатки, гидродинамический подшипник и контроль скорости посредством шим. К радиатору вентилятор крепится посредством скоб из пружинной стали. В комплекте поставляется только одна пара скоб, поэтому штатным образом установка второго не предусмотрена.